Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Warriors Rise to Glory. Так, и у нас, да, у нас только лишь один шлем от нового сета, который мы с вами должны заработать, поэтому давайте будем на него добывать денежку. Так, сила 14, в общем, ребята, Олег Чебурашка, 5 уровня. Надеюсь, у нас получится его наказать, этого Чебурашку. Как говорится, мы ему уши-то быстренько пообдираем. Ну, что такое? Давайте быстренько мне трибуны. Ну, долго там созревает почему-то. Ну-ка, подойдем сюда, ребята. Упс, парень, это ты зря, конечно, сделал. Давай вот так бомбанем. У ворот. Так, секунду, я не понял, что за охламон такой. Так, ребят, давайте бросим в него бананы. Всего лишь на три? Погоди-ка, парнишка, а ну-ка. Опа, 32, ты прикинь, все, ну, без брони. У нас еще есть немножко энергии, да? Можем еще разок бомбануть. У ворот. Это неудивительно, мне тоже нужно кимарнуть. Так, чуть-чуть. Оу. А если так сделаем? Опять у ворот у него. Погоди-ка, мне не нравится вот такой исход дела нашего. Ну, давай бомбанем. Да чтоб тебя. Слушай, ребята, что у нас там получается? А, в принципе, брони у нас еще пока достаточно. Мы еще пока... Он может сейчас... Или не может? Пока не может. Все. Накумарили мы этого Олежа Чебурашку. Действительно, он Чебурашка, ребята. У него такие два рога. Будет давать деньги или нет, интересно мне знать. Нет, он отказался. Давайте его тогда вот так вот накажем. Ну, как вы понимаете, мне нужно очень будет много денежек для того, чтобы купить себе действительно сет вот этот вот, как бы самурайский. Можно его так прозвать. Вау, новый уровень, шикарно. И мы также должны с вами получить... Вау. Слушай, мне нравится. Слушай, можно повысить себе параметры. Это, наверное, скорее всего, у нас будет все на силу. Давайте-ка мы прокачаем себе силенки. 22, чтобы если бы звезданули, то как следует. Так, а что у нас здесь по персонажам? Еще навыки. Да, одно очко навыка, ребят. И я думаю, что... Смотри-ка. Восстанавливает УЗ за наносимый тобой урон в ближнем бою. Ух, типа вампира, да? Так называется, ребята, вампир. И зайдем мы, наверное, с вами в лавочки и посмотрим, можем ли мы что-нибудь с вами приобрести. Нет, тут очень много нужно денег. В данный момент у меня всего лишь... Еще даже 2000 нету, кстати. Так что зарабатывать нам и зарабатывать. Поехали дальше на турнир. Точнее, на бои. Так, пози. Пози у нас тут. Давай начнем. Так, а ребят, смотрите, а у него щит-то уже такой неплохой. Хорош. На 13 мне звезданул, ты представляешь? Я тоже ему на 13. Плюс одно здоровье себе восстанавливаю. А вот так, если. А вот так вот. Так, ребят, ну пока мы ведем здесь. Мы уже без брони. По крайней мере, он точно. Я-то еще немножко имею. Так, хорош. Надо кимарнуть маленечко. А можно, в принципе, поиздеваться над ним. В плане вот так вот. Так, а я еще вот это вот подберу. Оу. Слушай, тут совсем уже плохо. И пахнет керосином. Есть. Разоружение. Ну что, ты такой же, как и тот, Олег Чебурашка. Наверное, ты тоже. Смотрите-ка, ребята, что-то странное с ними происходит. Что? Да-да-да-да, такое уже было, мы с вами видели. Сейчас это будет, ребят, фаталити. Финишим. Так, ну что же, мы победили с вами, получаем денег. Все равно мало, еще, ребята, мало до сих пор. Сколько нам одночку здесь прибавится, да, я так понимаю? Будет 11, 14, хорошо. Продолжаем нашу, ребята, эпопею по поединкам. До турнира мы обязательно с вами доживем, должны дожить. Слушайте, ну чтобы первые места добирать, тут надо играть, ребят, как в черепашках-ниндзя, понимаете? Постоянно, на постой, нельзя пропускать ни дня, если ты хочешь быть в топчике. Но это будет тяжело. А ну-ка, опа, на 29, неплохо. Эй, промахнулся, ну бас. Возьмет? Нет, он не стал почему-то брать энергетика, я возьму. С вашего позволения. И мы можем вот так вот его. На шипы. Так, наверное, давайте вот так станцуем.
Это не танец, ребят, никакой был ты. Была какая-то стоечка. Вау. Да, конечно. Конечно. Не, давай возьмем энергетик. Так, он ко мне все ближе и ближе подходит. Промахнулись. Так, киморнул, да, говоришь, засранец. А если так вот? Опять? Ребят, что-то мне не нравится, что мы с вами очень часто промахиваемся. Вообще, ты посмотри, раз за разом он мне на шипы кинул. 25% к урону. Дай-ка я отдохну немножечко. И попробуем вот так вот. Сколько у него? 62 здоровья. Что ж такого? Может быть, у него слишком, ребята, много ловкости? Ты посмотри. Я не могу по нему попасть. Что за дела-то? Ребят, мне это совсем не устраивает. Ты посмотри. Ну, приплыли. Да, у нас со здоровьем-то вообще, ребята, очень кисло. А он у нас что там? На ловушке. Но он не стал. Ребят, я вообще без брони. К сожалению. И жди своего ухода. В плане жди своего ухода. Я отдохнуть хочу. Так, он что-то ко мне все ближе и ближе подходит. Вау, бананами просто его забомбили, ребят. Слушайте, ну мне не нравится то, что очень быстро меня сейчас разбирают противники. Очень быстро. Ты посмотри-ка. Что в последнее время за дела пошли такие, а? Прирожденный убийца, я получил достижение. А вот так-то. Так, слушай, денег у нас уже должно хватить, наверное, на какую-нибудь броньку. А смотрите, опыт опять же перестал у нас расти. А это говорит о чем? Что, скорее всего, нам нужно идти на турнир. Но я не пойду без фулл сета, без нашего самурайского. Так, происхождение. Мы что-то с вами новенькое, что... Давай-ка вот это вот. Да? Нормуль? Нормуль. Зайдем в лавочку и посмотрим, что нам предложат. В чем проблема-то опять? Ой, ребят, смотрите, нужно сколько денег. Я думал, что нам хватит. А оказывается, нет. Ничего подобного. Хорошо. Нам нужно с вами еще сделать... пару поединков, наверное. Даже, наверное, не пару, а пару пар. Слушай, вот здесь по всем параметрам я сильнее нашего оппонента. И я думаю, что должны мы с него разобраться довольно быстро и легко. Промах. Я ненавижу, когда мы промахиваемся, а они по мне попадают. Оу! Какого лешего ты творишь, парень? Дай-ка я возьму ускорение. Так. Черт подери. Мне совсем так не нравится. Так, надо поспать. Он сейчас тоже будет кемарить. Нет? А он не стал почему-то отдыхать. Ну-ка. Нет, 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 нет. Ребята, у нас здоровье хромает. В прямом смысле слова. Критическая атака. Так, у нас... Давай унитазом в него, ребят, бомбанем. 11. Унитаз, как говорится, вдогонку. Ну почему такой сильный враг пошел, а? Почему он меня так быстро разбирает? На, получи и распишись. Обломки унитаза только летают здесь. Ладно, в любом случае, здесь мы с вами выиграли. Опять же, денег все равно маловато, ни на что не хватит. Но зато получим с вами дополнительное очко. А это будет у нас следующий, да? 7-й уровень. Что мы можем с вами себе позволить? Мы можем прокачать какой-нибудь из скиллов. Единственное, так, мы можем здесь еще с вами. Атака. Давайте атаку, наверное. Может быть, из-за атаки проигрываем. Так, восстанавливаем ОЗ. Но ОЗ это у нас восстанавливается в том случае, когда, ребята, уже нет брони. Поэтому нам, наверное, лучше вот так сделать. 20% шанс быстрой атаки. Надеюсь, нам это как-то поможет. Слушай, ну у нас сила. Итак, смотрите, ребята. О, ловкость 18. Вот почему, скорее всего, я не могу по ним попасть. Потому что у них слишком много ловкости. Так, он взялся за лук. Вот это не надо делать, парень. Промахнулись. Но он меняет оружие. Это, соответственно, тоже дополнительные потери. На 17. Так, зачем я тут стою? Попадусь. Тихо. Оу. Меня еще, ребята, и оглушили здесь. Ко всему прочему, отойдем. Так, начинается у него тут бзикус. Мне надо кемарнуть маленечко. Смотрите, у них, ребята, и... Ах ты, гаденыш. Давай так сделаем. Из спортивного интереса у тебя внутри кровь? Ну, кровь. Еще и попал, еще и на 20. Давай, ребята, дальше. Танцы. У нас
Пока нормуль по броне, все это хорошо. Так, 6 к защите. Все. На! 32 в общей сложности. Блин. Давай подходить. Мы не должны его, ребята... Так, кстати, смотрите, там тоже он идет к защите. Он, интересно, будет подбирать или нет? А что это ты подошел ко мне сюда вплотную с луком? С луком он подошел ко мне вплотную, ребята. Хотел мне в ловушку, но ловушка исчезла вовремя, поэтому нам повезло здесь. Я его щадить не буду. А он деньги дает. Ребята, он мне дает деньги. Хорошо. Занюхни, гаденыш. Так. И посмотрим, ребят, сколько мы с вами заработаем. Слушай, ну тут уже 1000 уже есть. И нам там не хватало маленечко всего лишь, да? Тогда сейчас мы должны с вами, по идее, приобрести броню. Я думаю, что да. Или броню, или оружие нам лучше. Лавочка, давай-ка покажи-ка мне, что я могу себе приобрести. Я могу приобрести броню, все, любое, что захочу, ребята. И я думаю, что доспех самурая будет самое то, что нужно для меня. Так, одеваем. Ух. Так, а в лавочке вот это вот все продаем. А у меня, кстати... Почему у меня лук не установлен, а? Я же его вроде не убирал. Странно. Я лук, ребят, не убирал. А, тут на выбор либо лук, либо щит. Нет, тогда давай лучше, наверное, щит все-таки. А лук продадим. Все, вот так вот. В общем, ребята, мне осталось только... Че, плечи, наручи, точнее, да, и ботинки, и юбка. Поехали дальше на турнир. Как только набираем с вами сет, Пен, повелитель газов. Повелитель газов. Ну-ка, если с разбега, я интересно, смогу его пробить? Опа! Просто щит сразу потерял парень. А так вот. Почему-то вот эта вот средняя атака, она самая, ребята, неэффективная. Я вот что заметил. Вот эта вот ближняя, да, она более-менее нормуль. Смотри, разбираем его потихонечку. Причем не промахиваемся мы с вами. Так, что это у нас такое? 3 к шкале зрителей симпатии. Так, он подошел, да? Ну ладно. Осталось у него... Вау, ребята, он двойную атаку сделал сам. Вот сейчас вот, быструю. То есть все-таки скилл работает. Но деньги будут? Нет, не будут денег у нас. Тогда как хочешь, парень. Можно было бы, конечно, его и пощадить, наверное. Но я хотел бабулечки заработать. Так, что у нас, ребята? До 8 уровня будет повышение? Так, идет. Значит, хотя бы здесь у нас идет опыт. Значит, ребята, стоит этим делом заниматься. Как только мы с вами прокачаем, да? Ярость. Выучим с вами еще один дополнительный скилл и уже отправимся. Так, смотрим, ребята, здесь. Блин, ну смотри, у них у всех ловкость и атака. Я вот в этом плане вообще проигрываю по ловкости, именно и по атаке. У меня только вот, что сила удара хороша. Нифига ты начал, парень, молодец. Танцор диска тоже мне нашелся. А если я так тебе сделаю? Опа. Вот это было не айсово на самом деле, а так. На 33. Сразу свою прическу, ребята... Тебе каёк. Вот что я тебе могу сказать, парень. Опа, прям в упор стреляет, ты понял? Блин, у меня и выносливость очень быстро теряется. Слушай, он неспроста вот это все начинает мутить бананами, да? Ага. Ладно, ребята, мы, наверное, тоже тогда его проучим бананами. На 11. Слушай, мы оба связаны почему-то. Но я его пробил. У нас какие-то эти корни сплели, и мы, соответственно, наверное, не могли двигаться. Да я понял, что ты не хочешь. Нет, можно было бы, конечно, его, ребят, пожалеть, но тогда я не получу очки смертельные. Сила указательного пальца. Тыдич! Фаталити ту. Да, ребята, раскромсали мы врага. Денег уже дают побольше. Кстати, мы можем с вами, знаете, что сделать? Пойти сейчас в данный момент и сыграть, наверное, на рулетке. Если хотите. А вы хотите, нет? Нам в тот раз вообще не везло, не фартило, вообще никаким макаром. Я думаю, что в этот раз, наверное, тоже нам не будет везти. Ну что, давай следующий, ребята, поединок. Ага, здесь, смотрите, ребята, здесь сосунок нам достался какой-то. У него сила 16, а у нас-то сила покруче, на 22. Надо, наверное, качать нам... ловкость. Но видите, в чем дело? Если мы будем качать ловкость,
то мы не сможем с вами потом носить определенные доспехи, которые... Не только доспехи, а оружие, которое нам нужно будет, соответственно. Так. Что мне, отдыхать надо? Мне надо, ребята, отдыхать. Опа! Подленько было сейчас. Двойная атака. Слушай, она работает. Причем довольно неплохо. Так, вот это бы нам не помешало бы взять. Хорош ты, парень, успокойся. Сколько у тебя? 47 здоровья всего лишь осталось, да? Так, подожди, мы так и будем обмениваться, да? Три яйца. Три яйца. Ну это я, три яйца. Три яйца, это я. Так, ну что, я думаю, он денег не даст. Нет, не дает он денег, ребят. И поэтому хана мандрыга. Все, он отдыхает. Так, сколько? Ну, ребят, практически за каждый бой мы получаем с вами по 1000. Ну, грубо говоря, да, там 800-900 очков. Так, и копится у нас вот это вот. Смертельные скиллы, потом будем прокачиваться. И сейчас я хочу отправиться в магазин, посмотреть, сколько мы с вами... Ох, 5000 у нас уже монет. Так, ребята, что будем брать? Пятнарик. Так, смотри-ка, наручи. Наручи очень круто. Оденем, погоди-ка, у нас оружие какое будет? Вот это вот будет, да? Имперский рубака. Такое название. Ох ты, валькирия, ночная погибель и апокалипсис. Ты представляешь, сороковник нужен, ребята. Силы нужно сороковник, чтобы я смог его заюзать. Так, ну что, это продадим. И дальше, естественно, ребята, идем на поединок. Осталось всего лишь что нам приобрести? Рубашку и ботинки. Ну и еще, конечно же, оружие. Что? Что? Завывало. Промашка. Так, зачем? А, он убрал лук. Ну. Воу. Так, 13. Что там, бонус к энергии? Нифига ты отходишь-то куда? Я тебя так, парень, и догнать-то не смогу, если ты так будешь дальше отходить. На такие расстояния. Почему ты не прикрываешься? Я тебе щит для чего дал, парень? 20. Так, 46 здоровья, ребят, у него всего лишь осталось, ну. И добивать будем мы его или нет, как? Блин, кимарнуть надо. Надо покимарить. А можно, знаешь, что попробовать? Вот так сделать. На 11 и пробивной сейчас попробуем сделать. Все. Двойную атаку еще в конце добили. Ну что, недотерминатор. Будешь бабки платить или нет? Смотри-ка. Ну, хорошо. Занюхни, парень. Так уж и быть. Пощадим тебя. Слушай, ну 200 с лишним монет, я думаю, на дороге не валяются. Тем более нам деньги очень сильно нужны. Ну, очков, конечно, мы здесь не получим с вами. Вот что это вот за очки славы прибавляется? Куда они идут вообще, а? Мне вот это интересно знать. Вы представляете, если бы после каждого боя у нас бы броня ломалась, и ее бы приходилось бы еще чинить дополнительно, да? Хорошо, что здесь не так все. Здесь более-менее лояльно. Так, ловкость 19, блин, Владус. Не знаю. Оу, хорошо, что он промахнулся, согласитесь. 16. Вау. Ты решил прям передо мной вот это сплясать, да? На тебе тогда, здоровский был танец. Так, он возьмет, интересно, вот этот? Нет, не стал брать, а я, наверное, подберу. К защите плюс 6. Оу. И, да, ну, Владус какой-то, ребята, был ватный, милосердный. Как насчет бабла, парень? Смотри-ка. Смотри-ка, ребята, он согласился. 300 монет он мне отдал. Так, и, скорее всего, нам сейчас уже хватит денег еще на какое-нибудь приобретение. Давай-ка посмотрим, что нам нужно. Юбку поменять, юбку. Или же сандали. Сейчас посмотрим, ребята, кто больше дает нам брони. То, конечно же, и будем с вами брать. Лавочка. Показывайте мне, пожалуйста, вот это все. На юбке, значит, 11, да, идет. А на ботинках 12. Тогда, соответственно, ребята, берем ботинки с вами. Меняем. А вот это вот продаем. Конечно, потом бы еще надо бы, ребята, получить вот эти вот... 6000, сколько? 15%, да, дает. А здесь 10. Поджечь противника. Слушай, конечно, хотелось бы мне потратиться на это все, да? Камни для брони.
Здесь ты найдешь камни, которые существенно улучшат твои предметы и дадут преимущество в боях. Это да, это я не спорю, дают преимущество в боях, но мне нужно для начала хотя бы собрать полностью сет, а потом уже вставлять в него эти камни. Опа, парень, вот это ты, конечно, круто начал, но ты понимаешь, что это без... Так, подожди, ребят. А может быть, ты успокоишься, а? Родной мой. Ловушка тут у него. Ха! На-ка тебе! Двойная атака была, солидная. Так, мы можем, в принципе, отойти, подобрать, но я не хочу, ребят. Пускай он здесь стоит. Куда ты пошел? Ты будешь сейчас, я так понимаю, менять на лук? Нет? А если я тебе бананами сейчас забросаю, что ты на это скажешь, парень? Оу, он еще и связанный. Двинцу. Тихо, подожди, я встал на ловушку прям. Зачем так сделал? И я думаю, сейчас будем добивать его. Нет. Это Торнис, щелкунчик какой-то, ребят, у нас. А вот так вот. Все. Слушай, двойная атака вообще срабатывает идеально. Причем довольно часто. Вы заметили, да? Он бьет, потом резко еще пробивает. Ты тоже даешь деньги? Неужели вы, ребята, созрели и поняли, что Рэй нужны бабулечки, и вы просите снисхождение, так скажем, от меня? Ладно, я не злой, я буду вас щадить. Только лишь, когда даете мне деньги. Хоть я в этом, честно говоря, и не заинтересован, потому что мне нужно, ребята, получить осколки душ. Так, ну что же, продолжаем. Сразу же идем на следующий бой, потому что бесполезно здесь что-то смотреть. У нас было 2000 плюс 1000, 3000 в общей сложности, да, у нас 3370. А нам нужно, ну, 4000 как минимум на то, чтобы купить юбку. Юбку мы с вами приобретаем и потом только лишь копим на оружие. Оружие у нас будет топорик. Я вот только не помню, у нас по силам-то он подойдет или нет. Так, толкнул меня, гаденыш. Ты меня толкнул! Конечно, было бы прикольно, если бы он попал вот в ту ловушечку, ребят. Да ладно тебе, с размаху. Пробомбил. Ну ты, парень, ты меня нервируешь, а? Промашечка. Он тоже его промахнулся. Так, 14, можем, в принципе, ребят, давайте в него унитаз бомбанем. Тынь-дынь-дынь-дынь. На. Он еще и оглушен у нас, так? Это хорошо. Это, ребята, очень классно. Борис Грозный упал на коленочки. Но... понятно. Я тебя понял, парень. Спасибо тебе за дополнительные кристаллы. Они мне пригодятся. Так, и... ну, грубо говоря, ребята, да, где-то около тысячонки мы с вами заработали. Теперь я думаю, что на юбку нам хватит. Юбка. А самое дорогое, наверное, здесь будет это все-таки по цене оружия. Именно топор. Да? Мы же будем топорик с вами приобретать. Ну что, лавочка, песня, лавочка. А давай посмотрим, сколько стоит у нас топор. Вау! Ребят, смотрите, от 24 нужно силы. А у нас с вами сколько сил-то вообще? 22, по-моему, да, 22. А вот тут 20. Ну что, я, наверное, приобрету... эх, топорик. Давай топорик возьмем. Почему я беру, ребят, топор? Потому что, ну, мы будем с вами дамажить не по-детски. Согласитесь, это лучше, чем терять просто-напросто броню. И турнир у нас там все-таки не за горами. Так, Дмитрий Бейл, Грозный. Так, у него 17 слов. Они все ловкие, все. Я однажды циклопу прям промеж глаза зарядил, говорит он мне. Ладно. А ты видишь, какой у меня... что? Забываешь толпу, парень? Так, понятно, он ловкий, поэтому... мы будем, наверное, промахиваться здесь очень часто. Вы посмотрите, вот у меня броня, да? Но я не вижу, ребят, чтобы она меня очень хорошо-то защищала. Ох ты! Вот это сейчас был вызов. Вот это сейчас был, ребята, вызов на 20. Угу, ну-ка. Готов, быстро, что-то мы его как-то расчекрыжили-то здесь. Ну что, парень, ты предложишь нам? Смерть, ты выберешь смерть, да? Нет? Так уж и быть. Живи с позором. Так, что? Ну, пускай радуется хотя бы так. Лучше, как говорится, яичница в смятку, чем голова дрявая топором. Да. Чак лайф. И... 1000. 1000. У нас там было 1500, это 2500. А нам нужно 4. То есть еще как минимум 2 боя.
Ладно, не беда. Поехали, ребята, мы с вами уже немножко поднялись. 352-я позиция, всего лишь 352-я. Скорти, крокодил Гена против нас. Оу, ты крут, ты выпендриваешься нормуль. Так, почему мы не прикрываемся? Я никак не могу врубиться этого. Наконец-то ты додумался прикрыться. 35. Угу. У ворот. Попал. 18 минус. Так, ребята, сносим с него последнюю броню. И осталось у него... Чего? А что он такого сделал, что у него, ребята, все здоровье... Все здоровье улетело куда-то. У него осталась одна единичка. Я думаю, что с него достаточно будет бананового всплеска. Я не понял, он подобрал что-то такое. Пошел-пошел, и у него, видели сами, здоровье там. Единички подлетали. Странно произошло. Так, ладно, хорошо, давай бабки. Живи пока. Живи, пока живи. Что же он такое-то подобрал? Я думал, что он что-то отхиливающее. Но, видимо, я пропустил этот момент. Так, еще 1000 мы с вами зарабатываем. Значит, ребят, ну, практически уже осталось совсем чуть-чуть. То есть мы покупаем с вами нашу юбку, да? Римскую. И после этого, я думаю, можно будет идти уже на турнир. Но там, я вам скажу одно, на турнире будет очень жестко, потому что новые противники, новый босс, по-моему, тот амбал, если не ошибаюсь, который был у меня в предыдущих версиях. Слушай, а вот сейчас классно было, на 34... Оу! Мне надо было дурочку отойти. Капкан активировался, и меня, ребят, оглушили. Меня, ребята, оглушили. Двойная атака сработала. Давай-ка мы бросим в него, наверное, маленечко бананов. На девяточку, да? Ох, он еще и связан, ребят. Фу, это для меня выгодно. Так, а ну-ка. Ты посмотри. Посмотри, что происходит. Мне отдыхать приходится. У меня энергия в разы быстрее тратится, ребят. Потому что ловкости не так много, чем у них. Есть. Не так много ловкости. А в общем, если у тебя ловкость прокачана, то ты больше уворачиваешься. Больше шансов тебе, наверное, критануть, я думаю. Ну, парень, смотри сам, что. А, ну да, мы пошли на фаталити. Мне нравится, что у него на лбу, ребята, такие татухи, да. Пистолет в то время, да? Пистолет, елки-палки. Вот так вот. На. И такой довольный с ухмылочкой стоит, смотрит. Все, вот теперь у нас, по идее, должно, ребят, хватить на юбку. Так, прибавляется, нет? Да, прибавилось. Ну-ка, быстренько забегаем с вами в магазин и смотрим. Мне нужен уже, как говорится, полный сет, чтобы он у меня был. Так. Вот, ребята, юбка. Покупаем. В законе в предмет меняем. А это вот продаем. У нас с вами 2000. Давай-ка посмотрим, сколько здесь будет стоить щит. Щит самурая стоит 4200. Ну, почти 4300. Самое интересное, что, я думаю, надо купить нам, ребят, вот этот вот кристалл. Хотя, может быть... У меня же 9 очков, да? Я могу вот этот кристалл себе позволить. Так, хорошо, давайте еще тогда, наверное, боёчек с вами проведем. Может быть, я рискую, конечно, пойти туда без щита. Без самурайского, ребят. К тому же, вы видите, как я очень и очень мало могу ходить. То есть, при прокачанной ловкости, они очень много могут ходить расстояний. В отличие от меня, я, знаете, как этот... Как лилипут, маленькими шажочками все делаю. Че, двойной атаки не было? Ну-ка, вот так вот. О, двойная комбо. Так написали прям. Ты, парень, получил комбо. Так, он промахивается. И давай еще удар попробуем. Все, что ли? Что-то мы как-то с вами так быстро с ними разбираемся. И, видимо, настало то время, чтобы нам отправиться на турнир. Хорошо, возьмем. Отбивная пошла. Слушайте, ну мы так классно смотримся, да, вот в этой броне. Правда, вот маска такая, знаете, как у Ганнибала Лектора. Помните? Только у него там такая была решеточки. Ладно, сколько?
Ну, смотрите, ребята, 1000 мы заработали, соответственно, я могу позволить себе купить кристалл, который дает 15% шанс на возгорание, да? Я так понимаю, он вставляется именно в оружие. Или же нам копить с вами... Слушай, если мы еще с вами бой проведем, я думаю, что мы накопим с вами на щит. Давай мы все-таки купим щит с вами. Хаски, неудержимый. Слава богу, у нас здесь бои проходят довольно быстро у ворот. Так, погоди-ка, парень, дай-ка мне поквитаться с тобой для начала. Ага, тут как-то 15. Так, что, он сделал отдых себе. Давай попробуем. Все, ребята, 4 здоровья у него остается, и мы его... Ну и что ты взял? Что ты думаешь, что это тебе поможет, что ли, парень? Да на, ты получи бананами по репе. Не буду я за тобой бегать. Вот то, что хорошо, ребята, бананы, да, если попадают, они его обвязывают, то есть я могу еще подойти к нему. Никуда он не денется. Это, конечно, большой плюс. Ну что, неужели у тебя деньги есть, а? Откуда ты там их... Ну что это, ребята? Ну 167, иди ты в пень. Какие-то нищебродские. Мне до этого, ребята, давали по 250, да, монет, а этот мне дает там свои вшивенькие. Хотя у него, может быть, больше и не было. Так, сколько получаем мы с вами? По идее, 2, да, должны? Да. 2 боя еще, как бы, по идее, надо провести. И мне в любом случае не хватит. Да, еще бой. Вот теперь, ребят, наверное, последний это бой будет у нас. Скриптонит, кожаный мешок. Ладно. Попробуем. Ать! Это было грустно маленечко. 29. Так, дай-ка я вот это возьму. 25 к урону. А если мы попадем? Ёпарасете. На 49 у него было вмазано. Так, а что у нас тут такое? Так, следующая атака нанесет на 20% больше урона. Если бы мы еще попали бы с вами. Так. Что у тебя там? 29 здоровья. Парень, по-моему, тебе пора. Ты зря там бегаешь куда-то от меня. У тебя все равно ничего не получится. Скриптонит. Ну, будут бабки? У тебя должны быть бабки, ты же скриптонит. Ну, сколько? 184. Ладно, фиг с ним, ребят. Пускай будет так. Пиши дальше песни там свои. Так, ну что, ребята. Все по делашу. Все отлично. И вот теперь мы с вами должны накопить. Ну, смотрим. Тут 800, тут 200. Да, отлично. Пожалели мы его. Ну и фиг с ним. Пускай. Мне главное что? Купить сейчас щит себе приобрести. Так, где у нас... Так, происхождение. А что мы тут с вами новенькое получили? Почему-то вот это закрыто. Доступно после... А, сожги 10 противников на смерть. Ничего себе, тут новенькое что-то... Продержись 18 раундов в режиме выживания. Во. Во, ребят, какой у нас будет значок. Так, а теперь идем в лавку и смотрим, где у нас щиты. Вот они, щиты. Вот я приобретаю этот, ребята, щит. Одеваем. А вот это продаем. Фух, 1600. Кристалл у нас этот стоит 2500. 10, да ладно, давай возьмем, ребята, этот кристаллик мы с вами. Так, предметы, и он вставляется, по-моему, в оружие. Все. Ну что, друзья мои, можно попробовать отправиться на турнир. Но если мы сфейлимся здесь, это будет печалька. Король Севера. Ёлки-палки. В бой. Кто мне сейчас достанется? Какой чувачок? Ну, этого мы еще с вами потянем. Это фреш какой-то. Фреш. А ну-ка. Ать. Это была печалька. А так... 20 и еще 16. 36. Ого! Ты мне, гаденыш, щит сломал. Все идет по плану, говорит. Ну, может быть, по твоему плану идет все. Но не по моему, это уж точно. Фреш яростный. Так, а у нас что, ребята? Следующая атака нанесет 20% больше, да? 33. Опа! Добивочный. Да, ребята, он упал.
Упал, отжался и заплакал. Ну тут никаких денег не будет, естественно, ребята. Поэтому просто будет добивание тотальное. На. На поединках, как говорится, на арене. Тут никто не просит, ребята, жалость. Тут все очень... Опа, и опыт стал почему-то расти. Странно как. Только на турнир зашел, сразу начался у нас повышение уровня. Ха. Ну это, ребята, ерунда. Давайте смотреть, кто следующий у нас будет. С кем я буду драться? Это у нас Эминем, неудержимый. Ой, елки-палки, он ловкий. Он, ребята, ловкий. Ну, единственное, что мне здесь нравится, что у них очень слабая броня и оружие. Вот лук у него там какой-то замечательный, по-моему, был. Так, промахнулся. Тихо. Сколько у тебя здоровья-то? Он еще в броне до сих пор, да? Да, ребята, у него... Так, он киморнул маленечко, да? Успел. Нам придется тоже поспать. 6 здоровья восстановили. 20. И последний сейчас удар сделаем ему. Все. Расчекрыжили мы этого обожженного Фредди. Да я знаю, что ты мне денег не дашь. Господи, откуда у тебя деньги? На турнире денег нет. Ребят, смотрите, татуировка у него на лбу такой. Черепок. А что, можно татуировки самому, что ли, выбирать? Наверное, да. Так, оп, как у нас быстро с вами поднимается уровень. Теперь у нас это... Так, полуфинал? Или что? Да, ребята, полуфинал. Против какого-то Ярик Кент. Банальный. Сила 19. По силе он мне проигрывает. Это понятное дело. Тем более вот в такой-то, блин, броне. Ты, парень, что ты тут делаешь-то вообще? Опа, а звездярит не по-детски. Ох. Так, здоровиться, я думаю, тебе не надо, парень. Оно тебе не пригодится. Так, а если таким? Воу, ну что-то у нас вообще, ребята, комбо-атаки просто одна за другой проходит. Тут, конечно, бонус к энергии получил. Отдохнем. Так, промахнулся. Поехали. Сколько у тебя здоровья там? 66... Ох ты! 42 единицы здоровья у него. Осталось 13 и добили. Ну что, парень... Я знаю, да. Ребята, мы с вами выходим в финал. То есть босс. Босс сейчас будет. Иди отсюда. Достал ты меня. Слушай, Страж Севера. Это что ж там за громозека такой меня поджидает, а? Что за босс? Вот серьезно, хочется узнать, посмотреть. Ну-ка, покажите мне, пожалуйста. Король Севера. Господи. Это, по-моему, тот палач, да? Ох ты! Ох ты! Сила 25! Атака... Блин! Ой-ой-ой-ой, ребят. Нифига тут чувачок какой. Так, попробуем. Ага. Ух, больно было. Почему он, ребята... Скелет у нас. Да хорош ты! А что... А что это сейчас было? Ребят, я не понял, это что сейчас был за юмор? Что за прикол такой? Это Страж Севера? Подожди-ка, подожди-ка, что-то тут не лады. Я ведь говорю, что-то здесь не то, блин. Это что? Опс! Это что, ребят, это продолжение бойни. Дай бананы, я в него, ребята, выброшу. Ну. Так, мы его обмотали. Мне в любом случае придется отдыхать. Да ты достал уже. Мне придется так, наверное. Он опять рассыпался. Слушай, а что я не так делаю? Он сейчас опять же соберется, нет? Так, мы опять с вами заработали деньги. Погоди-ка, погоди-ка. Я не могу получить сразу несколько уровней. Так. Что за фигня происходит? Если он сейчас так и будет постоянно собираться. Погоди, я не врубился. А в чем прикол? В чем прикол-то, ёпрасоте? Погоди, не пойму немножко. Что нужно с ним сделать? Он тоже отдохнул, да? Да ну, ребята!
Надеюсь, все. Надеюсь, ты сгорел сейчас. Получено достижение. Кровь и кости. Ну, да, ребята, на этот раз все. Видите, да, сундук мы с вами зарабатываем. Твою же маковку. Три раза его надо было подбить. Ну, как по мне, так мне показалось, что он довольно легкий, ребят. Довольно легкий этот был босс. И мы с вами на высоте. Так, ну что, персонаж нам нужно с вами вот так, наверное, сделать. И, блин, ловкость, наверное, маленечко прокачать. Капельку. Предметы. Покажите мне, пожалуйста, что у нас вот в этом сундуке находится. То есть щит. И это вот цена. Давайте щит, потому что мне надо будет его продать. А он у нас как бы по цене самый дорогой, да? Так, и посмотрим, могу... Так, сколько тут уже денег, ребят? Мне не хватает бабосиков. Вау! Ух ты, ребята, ёпрасоте. Это, кстати, в данный момент последняя броня, которая здесь доступна. Поэтому перчатки темного эльфа я покупаю. Ну-ка. Ух ты. Вот такие вот, ребятушки, перчаточки. Так, продаем это все. И, да хорош, давай, выходим отсюда. Персонаж. У нас еще здесь, ребята, с вами 2 очка есть, да? Так, успешная атака с определенным шансом гарантирует, что следующая атака будет успешной. Ага, вот так вот. Смена оружия перестает тратить ход. Ага, смена оружия перестает тратить ход. Нет, я лучше вот это вот. Ну что, дорогие мои друзья, на этой ноте мы, наверное, с вами будем закругляться, да? Хотя зачем я нажал на бой? Давай попробуем, Ролан, накатить его. И это уже будет у нас последний бой. В следующий раз мы с вами встретимся в следующей серии. И, надеюсь, мы заработаем уже на полный сет темного эльфа. И пойдем, конечно же, на турнир. Если меня сейчас тут не раскромсают. А может быть... Нет, ребят, должны мы здесь с вами потянуть. Тем более, видите, какие плюшки я раздаю. Довольно нехилые. Так, у меня бананы есть, у меня бананы есть. Я могу их, в принципе, применить. Его связать. Ох, 40. Так, что ты там отходишь? Ну что ты, то подойдет, то отойдет. Не пойму я его, ребят. Заодно посмотрим, сколько он мне сейчас предложит денег. Если предложит, конечно, еще, неизвестно. Ну что? Ну, извини, парень. Извини. Как раз этой, ребята, суперской перчаткой темного эльфа. Правильно, правильно, что визжишь. Не захотел. Получи. Тыч. Супер атака. Ну что, друзья мои, надеюсь, вам было интересно, вам понравилось. Если что, пишите в комментариях. Ну а мы, как я вам уже и говорил, встретимся в следующей серии. Наберем себе полный сет. Перчатки, причем, довольно неплохо так смотрятся. Мне нравится, как это выглядит все. Хотелось бы посмотреть на полный сет. И на оружие, и на щит. В общем, на все. Так что, друзья, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.